Карантин объявили и в Амгинском районе в 3 детских садах. С начала года ОРВИ и гриппом в районе заболели свыше 2000 человек. По данным ежедневного мониторинга за последнюю неделю, в детских садах Сардана и Хатынчана заболеваемость составила 35% и 47% соответственно. По итогам этой недели эпидемический порог превышен в возрастной группе с 3 до 6 лет. В связи с этим закрыты на карантин 4 детских сада, 3 в Амге и 1 детский сад в селе Зумарцун. А в школах закрыты на карантин частично 8 классов в Амгинской школе номер 1 и 8 классов в Амгинской школе номер 2. И в майской школе 3 класса закрыты на карантин.